Я свою графику называю гипнографика, потому что если очень долго, скажем так, рассматривать работу, у тебя начинает, скажем так, рябить в глаза, то есть появляется некий такой гипнотический эффект. Всего около 100 адресов, среди которых и новая картинная галерея «Всеко-художник», пока не слишком известная широкой публике. Координация с департаментом инноваций позволяет заявить о себе и хоть в какой-то степени продвинуть молодых художников бесплатно. Так почему не поучаствовать? Цель у нас такая, чтобы житель города Москвы пообщался напрямую с художником, задал ему интересующие его вопросы, как создавалась работа, что он в нее вкладывал. Потому что просто так прийти на выставку и посмотреть – это одно. Пообщаться с художником и о работе – это другое.